То же самое, да, я пока просто покажу вам стандартные ошибки. Наш ассортимент, да, ну, я про первый экран вообще ничего не буду говорить, я здесь просто промолчу, потому что успейте купить лодочки по цене 4900, и женщина, у которой нету ног, и туфлей, видимо, тоже нету. Ну, то есть не в тему, то есть непонятно, что за 4900, в общем, какие туфли. Они, видимо, все, тогда надо написать все туфли, лодочки, ну, то есть какую-то штуку. Так, купить со скидкой. Ну ладно, про первый экран я ничего не буду говорить. Туфли лодочки размер, бежевые лодочки каблук. Ну, понятно, да, самый главный конкурент, если это действительно российский сайт. Ну, я уж ничего, опять же, про телефон не буду, да, говорить, что он должен быть, ну, где продается, где вы находитесь, кто вы, почему 965 телефон. Это, к сожалению, историю умалчивают, естественно. А, ну WhatsApp и Viber. Тогда еще, кстати, значки еще добавить можно. И какой-нибудь городской номер желательно. Вот. Еще дополнительно. Где находитесь все равно, потому что... А, вот. В Москве. Ну, хотя бы тоже пометить хоть как-то. Люблю трэш-сайты, честно. То есть я хотя бы всегда... Я всегда холю надежду, что не всем людям дано делать сайты и, как бы помягче сказать, у меня всегда будет работа. Вот, мне это прям радует. Купить, ну, в принципе, нормально, естественно, можно какой-то эко-кожа под чешую рептилии, кожа лак, кошка? Кошка на... Нет, котики, как бы, лайки собирают хорошо в интернете. Но мне кажется, что она здесь лишняя. Мне, ну, просто если я сейчас вот вам здесь достану кошку и начну ее показывать, типа, Мурзик, привет. Ну, это, конечно, мне придаст ламповой стеняшности, но, ну, как бы, у меня на лендинге этого нет, скажу так. Строгость, должна быть хоть какая-то строгость. Строгости здесь стиля как такового, конечно же, нету. Ну, мы об этом особо не будем говорить. Я не дизайнер. Из меня дизайнер очень такой не очень, но все-таки. Те же самые ошибки с оформлением каталога. Если у вас он есть, значит, вам надо его оформлять более-менее в каком-то стиле и хоть как-то фильтровать товары, допустим. На одни все равно товары бы сделать какую-нибудь маленькую скидку, ну, что-нибудь такое придумать, додумать. Кнопка «Купить». Так, а ну-ка, бежевый лак 12. А, это купить вот эти. Интересно. Ну, тогда рамочку как-то, ну, то есть непоследовательно. Так. Как мы работаем? Выбирайте туфельки. Оставляете заявку. Начинаем доставку. Начинаем. А, назначаем доставку, пардон. Менеджер подтверждает. Доставляем вам туфельки в тот же день. Отправляем почте вашу. Так, хорошо. А у меня сразу же вопрос. У вас есть очень хорошие и большие конкуренты. Ну, например, этот... Ламода или Wildberries, которые привозят ровно, они же в Москве находятся ровно так же, они привозят товары. Давайте откроем просто сайт Ламоды, я как бы, может быть, у них тоже все так же сделано. Я не помню их сайт, я не частый гость там. Ну, не надо мне 500 рублей, ну, пожалуйста. Вот, ну, у них, давайте я буду женщиной, женщина, женщина. Кстати, он подчеркнул почему-то женщин сразу же. Ладно, мечты сбываются. Не, ну, я бы тут тоже много чего переделал, конечно, поэтому, опять же, говорю, что есть чисто мое субъективное мнение. Это не туфли лодочки. Вот, примеряйте и оплачивайте только подходящие товары.
Вот, я именно это и хотел, конечно же, показать. Доставка на следующий день в 60 городах России и только подлинный товар известных брендов. Ну, на это можно еще наплевать, это понятно, что и LaModa наверняка грешит всякими поделками, но примеряйте, оплачивайте товары только подходящие и туфли-лодочки, ну, в общем, как нас найти, наша группа ВКонтакте. Ох, после этого вебинара вас найдут. Ладно, я шучу, конечно.